31 мая 2018 года, Эстония, Хапсала. Первый дачный участок на Микюла. Это залил до этого угла. Сабан у нас, так скажем, нижнего. И теперь можно начинать кладку. Вот таким образом у нас загружается травой вермишептик и делается пол для основной площади длиной 2 метра 50 сантиметров, 1 метр 80 уже есть у нас. По переработке отходов и очистке ваших сточных вод на усадьбах и дачах таким же способом, как и у нас, с помощью технологических заборных.